Объем банковских вкладов жителей Башкортостана увеличился за год на 8% и составил 476 миллиардов рублей. Об этом сообщает Нацбанк по республике. Кредитный портфель банков достиг 696 миллиардов. Половина суммы приходится на потребительские займы и столько же на ипотеку. За год объем кредитного портфеля вырос на 21,5%, за март на 0,5%. Причем по ипотеке зафиксирован рост на 3%, а по потребительскому кредитованию спад на 2%. Вслед за снижением Банком России ключевой ставки незамедлительно поползли вниз и проценты по вкладам. В среднем ставки снизились на 2-3 процентных пункта. Но, несмотря на это, уровень доходности вкладов пока остается на довольно привлекательном уровне. В ближайший месяц ожидается, что ставки по банковским вкладам будут на уровне 13-14% годовых по краткосрочным вкладам. Напомню, на прошлой неделе мегарегулятор снизил ключевую ставку с 17 до 14% годовых. Аналитики не исключают, что такая тенденция продолжится, и тогда банки, чтобы сохранить привлеченных клиентов, будут вынуждены перераспределять ставки по вкладам в пользу долгосрочных.